Всем известно, что менты — это бесчеловечные роботы, не способные мыслить самостоятельно и критически, которые выполняют команды, не задавая вопросов, и которые любят издеваться и калечить, получая от этого удовольствие. Для этого они идут в мусора, чтобы обрести власть над властью обделенными. Но при этом они же, как преданные псы, беспрекословно признают власть своих хозяев. Как вообще это работает в их пустых головах? Да, конечно. Основная причина в деньгах. В круглых суммах, которые они платят за их садизм. Это главная мотивация быть карателем. Но ведь адекватный человек не пойдет туда ни за какие деньги, потому что это банально, неправильно и аморально. Так что деньги тут не главная, но не единственная причина. Чтобы человек пошел в карательные структуры, нужен определенный бэкграунд, который создает система. Поэтому мы все еще не обрушили этот прогнивший режим, потому что таких, как они, хватает. Но на фоне бунта 2020 года нашлась и часть таких, которые поставили под сомнение нерушимость власти своих хозяев. И почувствовав страх, впервые за долгие годы безнаказанности и произвола убежали за границу. Но некоторые не остановились и на этом. Понимая, что расплата все равно придет, а также из своих естественных мусорских амбиций, они примкнули к протестному движению и даже объявили себя лидерами этого самого протеста. Мы хотим напомнить, что мусора из Байпол и такие, как Макар, все те же садисты, которые не стеснялись пытать и ломать судьбы людей все предыдущие годы. Нам точно видеть, как какой-то мусор из Губопа цинично и лицемерно заученным текстом выдавливает из себя фразы о том, что он уехал якобы потому, что был возмущен насилием и произволом со стороны карателей. Но на самом деле уехал он потому, что испугался народного гнева, а насилие и беспредел, которые он сам творил, почему-то не возмущали его до 2020 года. Они думают, что вовремя переобувшись, они смогут и дальше паразитировать на нас и держать нас в страхе. Стремясь занять нишу новой карательной системы в стране, они готовы сейчас говорить то, что многие хотят слышать. Разве мы забыли про люстрацию? Нет! Никакой мусорской карьеры для мразей в погонах, работающих на режим. Люстрация для всех прикорытников. Люстрация! Люстрация! Люстрация!